Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители футбола. Меня зовут Егор Дергачев. Мы находимся в моем видеоблоге и продолжаем разбирать чемпионат России по футболу. Поединок в Грозном, где местный Ахмат, вернее сказать, в Каспийске, где местный Ахмат будет принимать Анжи. Ахмат в последнее время показывает удручающий футбол с точки зрения результатов. Команда Олега Кононова уже давно не может добиться победы, и в принципе болельщики уже заждались. После такого очень хорошего и динамичного старта Ахмат почему-то проваливает вторую половину, первую половину сезона, вот так вот скажем. Что касается Анжи, то для этой команды все более-менее понятно. Команда Скрипченко будет бороться за выживание. Насколько удачно это будет, ну, пока что это большой вопрос. Какую ставку выбрать на матч Ахмата и Анжи? Ну, во-первых, мне кажется, что Ахмат наконец-то должна прорвать, и грозненские футболисты победят. Но не эту ставку я вам предлагаю. Если посмотреть на крайние матчи команд, то видна тенденция, что вариант того, что матч будет забито более 2,5 мячей, он становится очень-очень реальным. Плюс, если взять еще коэффициент, который предлагают букмекеры на этот исход 2,14, мне кажется, что с основной ставкой на матч мы определились. В матче будет забито более 2,5 мячей. И если вы со мной согласны, то поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. Обязательно также добавляйте ко мне в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании этого ролика. И, конечно же, в комментариях к этому прогнозу напишите свои варианты ставок на матч Ахмат-Анжи. Farmer in the desert.